короче, вот такая вот тачка. Взял бы тоже Тиану, только мотор 3.5 и полный привод. Места много, сиденье комфортное, ноги его можно вытянуть просто. 1,83 м рост. Ну тут вот всякие переключатели, выключатели, свет, зеркала. Там тоже так же. Сзади покажу. Сзади тоже нормальное место. Так, документы. За собой сел. Тут еще, короче, расстояние. Там вообще много очень места. Музыка хорошая. Поет хорошо. Сзади еще мягче диван. Вообще кайфовая тачка. Тут тоже велюрчик. Сейчас моторчик. Моторчик сейчас открою. Это такой ножник. Капот тяжелый очень. Мотор работает ровненько. Тихо работает. Сейчас холодная. Прогрелась, поэтому обороты еще большие. А прогреется, будет тише работать. А, топ-радиатор стоит. Если ездить на юг, это актуально. Там, потому что жарко. А у нас на северо-западе можно и без него ездить. Тяжелый. Ну и все, в общем-то, такая вот тачка. Двери не провисшие, закрываются легко, сами закрываются. Короче, все, покупайте, кому нравится.